Всем привет, и сейчас я расскажу вам, как заменить ролики подачи бумаги на Kyocera. Вытаскиваем лоток. Видим ролик подачи бумаги и ролик захвата бумаги. Чтобы их снять, нужно потянуть вот за этот флажок. Затем провернуть и извлечь. Чтобы снять ролик отделения бумаги из кассеты, необходимо перевернуть лоток. Затем, надавливая на фиксаторы, извлечь его. Осторожно, не потеряйте эту пружинку. Ролики меняются очень легко и интуитивно понятно. Просто отщелкиваем их лопаткой и меняем аналогичным образом. Чтобы снять ролик отделения бумаги из кассеты, необходимо его немного провернуть и отщелкнуть. Вставляем обратно аналогичным образом. При установке роликов обратно необходимо попасть в пластиковый вал. Он имеет круглую форму со срезанным краем. Затем защелкнуть его. При установке роликов отделения бумаги из кассеты необходимо попасть на маленькую пружинку пластиковым хвостовиком. Затем надавить и защелкнуть. Этот ролик должен подпружиниваться. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.